Земля рассветов наполнена множеством рас, культур и героев, удивительным образом уживающихся вместе. Ее история насчитывает множество столетий, и, как любое подобное место, Земля рассвета является неисчерпаемым кладезем захватывающих историй, одну из которых я вам сегодня и поведаю. Приветствую, друзья! С вами рубрика «Истории героев», и сегодня я расскажу вам о Лесли, чей девиз «Один выстрел, один труп». Лесли выросла в доме Венса, где ее отец был начальником охраны благородной семьи. Во время нападения враждебной семьи отец Лесли был убит. Когда нападавшие подошли к дому Венса, Лесли взяла черную длинную винтовку своего отца и защитила поместье сама. Слезы катились по щекам Лесли, когда она стреляла раз за разом, убивая противников одного за другим. Последняя слеза упала, когда был убит последний из нападавших. Лесли была удочерена семьей Венса, а патриарх благородного дома даже оставил своего единственного наследника Харли под ее опеку. Харли – настоящий нарушитель спокойствия. Использовал свои таланты в магии, чтобы создавать проблемы для дома Венса, и только Лесли могла держать Харли под контролем. Эти шалости Харли были последней частичкой семейного тепла в сознании Лесли. Узнав о том, что Харли побывал в опасных землях рассвета, Лесли отправилась в путь вместе с ее надежной винтовкой. После того, как она нашла Харли в своем длинном и трудном путешествии, она обнаружила, что некогда незрелый мальчик переменился благодаря многочисленным жизненным перипетиям, через которые он прошел. Она решила, что будет лучше, если ее усыновленный маленький брат отправится сюда, а она молча сможет защищать его из тени. С того дня все монстры, которые были поражены магией Харли, также были поражены черной пулей. Рассказы о волшебном мальчике, за которым следовал таинственный черный снайпер, вскоре узнал каждый житель Земли Рассветов.